Сегодня никакое заклинание не даст тебе сил для того, чтобы победить нас. Лично я обучился одному очень замечательному заклинанию. Называется Авада Кедабра. Оп, я тебя стер с лица земли, понимаешь? Оп, я тебя запердохал. Помни, что мир не разделен на хороших и плохих. В каждом есть и темная, и светлая сторона. Главное то, какую ты выбрал. Это определяет вообще все. А мы сейчас определяем количество времени, что даем тебе фору. И в этот раз у тебя ровно 2 минуты. Помешал давай. Волшебники недоделанные. Цветочек тебе. Спасибо. А тем временем у тебя минута 30 секунд. Пошел. Вот волшебники, это как раз таки моя стихия. У меня же даже сезон надельный был. И давайте мы сегодня сделаем вот так. Тот человек, который сможет меня сегодня убить и не дать пройти Майнкрафт, я ему закажу мерч из своей новой коллекции мокрого вантуза. Ну, наконец-то, наши победы будут не просто так. Это я заколебался его убивать, и нифига не получается. Так, ребята, сегодня его убить обязана я. Я хочу получить этот бесплатный мерч. Ага, я убью. Тебе, я его это убью. Это я буду, Натаха. Да, я убью. Его опять куском мяса убью. А вы как бы не рассмотрите тот вариант, то, что я сегодня вас победить наконец-то смогу, учитывая то, что сегодня за мной охотятся волшебники. И я как бы тоже сегодня по логике вещей буду волшебником. А вот она, та самая магическая деревня. И у меня 100% осталось уже меньше, чем 2 минуты на то, чтобы найти себе какие-то припасы. Потому что сегодня там и банан, и клайп, и херейт. И как бы, что самое главное, они-то играть умеют. И шанс того, то, что они меня запердохают в самом начале, очень велик. Электрическая бомба, огненная бомба и ядовитая бомба. Хорошо, прям хорошее начало. Вообще балдежное начало. Прям вообще начало лучше из всех остальных начал. У меня уже даже бронька есть. У меня уже даже бомбы есть. У меня уже даже... Как я понимаю, палочка магическая есть, да? Открываем эту лабуду и забираем вот эту вот лабуду и... Вообще балдеж. Магической пыльцой стреляться буду. Ну, в принципе, как бы тоже хорошо. Нет, это я уже забрал. Хлебушек забираем. Золотые яблоки тоже забираем. И поднимаемся. Кто придумал эту лестницу непонятную? Пока поднимешься, голову себе разбить можно. Тут у нас должна была быть ловушечка, которую они подготовили до начала этой серии. Они уже добывают камень. Так, как я понимаю, каждая из этих башен почти одинаковая. Самое главное то, что я нашел броньку. Самое здесь я уже облутал. Самое главное, что я нашел палочку. Ну ладно, как бы, сундук-то в любом случае там был, и в этом сундуке что-то тоже валялось, и я поднял маленькая бутылочка маны. А мана это вот такая вот, вот, магический кристалл мана, это которая восстанавливает энергию мага, магическую. Короче, слишком сложно. Кольцо какое-то там. И какой-то эликсир. Ядрён батон. Да нет, здесь 100% ловушка. Да, а нет, нет такой ловушки. И пока они не притарабанили. Свали, вали, 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 вали отсюда. Пока не обсидиан. Пока они сюда ко мне не притарабанились. У меня есть еще немножко времени на то. Люблю ломать стекла. Люблю забирать верстаки. На то какие-то диаманты непонятные. На то, чтобы... найти себе хотя бы еще какой-то меч, потому что я же сегодня не только буду сражаться этим палочкой магической, мне же и меч 100% нужен. Что-то слишком много ловушек сегодня они подготовили, вам не кажется? А еще вот граната, забираем ее, это прям... Да, и в эту он в две ловушки попался. А есть ли эта броня здесь где-нибудь, не знаю? Да-да-да, вот в этих башенках есть. Вы видите? Тут весь дом этот прям распердохан.
Так да потому что ловушка была. Ловушка, да. Так, ищите еще. Здесь тоже, здесь тоже. Вот он, вот он, вот он! Стреляет, он стреляет, он стреляет! Чего? Он стреляет, вот он! Он стреляет! Он маг! Он маг! Нет! А, он забирает слишком! Давай, прятаемся, что мы помним! Авана Карама! Я сейчас сдохну, нет, я не хочу, нет, пожалуйста, нет! В атаку! Ты что делал, детка? Это невозможно! Вот это я как! Я отомщу! Да подожди! Подожди! Вот это я! Так, хорошие мои, а вы случайно Наташеньку-какашеньку не потеряли, не? Да она сама потерялась, она сидит в своих шахтах железо бесполезное. Ну, такая же бесполезная, походу, как и вы. О, каменная кирка, спасибо огромное за подгончик. Сейчас еще палочки заберу и мясо тоже. Не зря вы сюда пришли, не зря вы, походу, сдохнули. Молодцы. Топор есть, кирочка тоже есть, и два щита тоже есть. Как бы магические палочки магическими палочками, но железный топор никогда не будет лишним. Так, прямо пойдешь, мастерство обретешь. Налево пойдешь, мудрость обретешь, направо пойдешь, любовь найдешь. Там ждет Стасик. Ну, мне явно не направо бежать, нафиг надо мудрость, да какую мы... Налево пойдешь, а так к ним опять туда придешь, значит, прямо пойдешь, мастерство обретешь. Мне же надо сегодня великим магом стать, чтобы запердохать их всех, они уже там какие-то магические ачивки в чате получают. Поэтому мне бы побыстрее отсюда сваливать, я надеюсь, то, что я что-то смогу найти... Если пробегу через весь этот дремучий лес. Ну, в целом, неплохо. Особняк. За весь этот сезон смертельного побега я ни один особняк еще не находил. И это, с одной стороны, как бы хорошо, но с другой стороны, очень и очень плохо. Потому что эндермен, ну нафиг надо, я туда не пойду. Потому что как бы у меня вещей-то нормальных еще нет. А меня загоняют в особняк, который находился как раз-таки прямо, когда я сюда бежал. Так, попробуем вот здесь залезть, какие-то вагонетки, какой-то сундучелло. Вот эти зелишки мне 100% по... Подожди! Подожди! Я сейчас, мужик, я так это... Я сейчас на тебя... Изумруд, я сейчас так на тебя вот эту всю свою магическую палочку потрачу. Книги, 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 книги мне 100% не нужны. Я читать сегодня не буду. Отвали от меня. Да хотя там вот это же... Ты-то свали. Там наковальня находилась. Возможно, наковальня мне понадобится сегодня, если я, конечно, себе что-то зачаривать буду. Забираем ее на всякий случай. Ха! Ядрёт батон, опасненько сейчас было вместо того, чтобы... Да, самое главное в руке палочку не держать, когда щит активируешь. Так, здесь еще парочку палочек есть. И еще пару книжечек полезных себе нашел. Огненная бомба, это мне пригодится. Ядовитая бомба, да, еще какое-то кольцо. Фиг его знает, для чего оно нужно, но на всякий случай заберем. И супер какая-то крутая красная палочка, которую я тоже с собой заберу. Только проблема в том, что в этой палочке нет никаких заклинаний. И как-то в нее надо вставить вот эти вот заклинания, которые я только что нашел. И молиться, что эти крокозябры не прибегут сюда в ближайшее время. Потому что здесь еще один сундук, в котором тоже ядрен батон. Сколько здесь заклинаний, как мне их вставить в эту палочку по быстролярику? Опа-на! Вот эти столики, который я находил в самом начале. Так, сюда надо запихнуть палку, а заклинание сюда, а потом магические кристаллы сюда. Так,
Ну и нафига я себя заморозил? Офигенное заклинание, которое мне только жизнь усложняет. Вторая попыточка. Это ловушка. Он меня траванул чем-то. Так я реально вот это ловушки призвал! Фига себе, они вот это хитрые жуки, они в этой серии. Вот это даже ловушки в зак... А теперь я нифига не вижу, он мне вот это слепоту... Фу ты нафиг, эти заклинания бесполезные. Вообще нифига непонятно. Офигенно, вот это я некромансер, или как он там называется, это... Зомбарей призываю, которые на моей стороне сражаются, армия зомби! Ну, пускай только сейчас они ко мне попробуют сюда прийти. Так, еще парочку заклинаний сюда, сюда, сюда и, допустим, сюда, вот так. И теперь у меня куча заклинаний, я даже не знаю, что они делают. О-о-о-о-о-о! Офигеть, мать моя женщина. Так, фух ты, парочка хороших вещей у меня все же есть. И это, подожди, и это меня прям устраивает, то что... А вот это плохо. Эдуард Перец, мальчик, который выжил, теперь должен умереть. Где вы увидите? Я не понимаю, на каком вы этаже вообще? На втором этаже. Я тоже не понимаю. Я иду на второй этаж. Я иду на второй этаж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рядышком со мной, мои хорошие, оказывается. Да, подождите. Секундочку, подождите, если вам не сложно, хорошо? Вообще-то сложно. Так, стоп, это Клайб, я не понимаю, где вообще? Господи, ты что, ненормальный психопат, что ли? Он на третьем, туда, ребята, через лестницу! А третий-то где? Вали его, давайте, мои хорошие, давайте, я пока свалите отсюда, вроде все надел за... Зачарованная метла. Я его вижу, вот он! Подожди! Подожди, Стер, то что ты... Ходит, ты где? Где ты убился? Зомби, скажи нормальную информацию, херей! Телепортировался! Я же маг как-никак, да? Да чего? Какой из тебя маг? Ты куда делся? Да меня скинули! Убежал. Вот он, стрёпи! Тот нафиг зомби против меня! Херейды всякие против меня! Да дайте мне секунду хотя бы так! Никакого отдыха! Я накину тебя заклинание! Отцепись! Давай, да! Дрёный пирог, вот это пау, давай вот так, и вот так, как оно хорошо работает. Всё, ребят, я полетел в крепость, мать, встретимся с вами там. А мы тогда долутаем этот особняк, который ты не долутал, понял меня? Так потому что вы мне времени не дали его долутать, ядрёный батон, пришли спустя пару секунд после того, как я сюда пришел. Плохие-то такие, а? Ну вообще-то это наша задача, забыл? Мы меч хотим получить. Да-да-да-да-да, получайте, но я уже улетел далеко. Вот здесь, я не знаю, где я нахожусь-то нафиг! Я сейчас сдохну, помогите, пожалуйста, я не хочу умирать! Тебе, морковь, где вы находитесь? Да, где вы? В особняке на третьем этаже! Да где? Я его не вижу! Он внизу где-то! Слушай, ты противный! Ты такой противный! Сдал бы ты, какой ты противный! Я, если что, я не вам, а я, если что, вот этому вот скелету, Вот он! Прям
Хорошо, то есть вы реально думали? Да! Те людишки, которые впервые в жизни в руках держат палочку, вы реально думали то, что сможете меня сегодня победить, да? Мы тебе вообще-то поддавались! У нас кроме этой феечки Викс одного заклинания не было! Да ты издеваешься! Я от Крипера убегала! Машенька, ты что, потерялась, да, как я понимаю? Потерялась! О, вот эти пузырьки, хотя нет, они мне не нужны, у меня своих уже полно. Так, подожди... Клайп последним остался, да, где-то здесь? Да, я под лудалых ресурсов спрятался. А, ну давай выходи, мой хорошенький, сразимся, как два настоящих мага. Да у меня палочка не работает, какой я маг. Я разберусь с тобой без палочки, а с деревянным мечом подошел сюда. Слушай, Клайп, я не знаю, это... Я сам к тебе приду, давай, опа. Я передумал. Клайп, подожди, у меня... У меня слабое... Смотри на него! Счет 2-0 пока что получается, да, Херидулик? А, ты посмотри, сколько здесь вот этих вот бомб еще полезненьких. Спасибо огромное, то, что весь этот лут мне сюда притащили. Такие молодцы, мои хорошие. Обсидианчик мой хороший. И еще какое-то кольцо отправляется ко мне в инвентарь. Так, больше никаких книг я не находил, а зря. Так, вот это мне тоже надо, чтобы быстренько себе сделал... Нафига я уголь сюда положил? Чтобы быстренько себе сделать зажигалочку и отправиться в ад. Пока они в очередной раз сюда за мной не вернулись. Ну, в принципе, прям здесь я этот портал и построю. Оба, и... В принципе, все готово. Замечательно, быстренько активируем. Я надеюсь, ничего я здесь не забыл. На еще раз вот это... По башке скелет, который меня бесил в этой серии. Заходим и... идем убивать ифритов и добывать огненные стержни. Так, как замечательно то, что я сразу вот это возле крепости появился. Так, здесь нифига нет, значит, топаем в ту сторону. А вот и ифрит! Чё ты делаешь? А ну пульни в нее, Хилайт, пульни в нее, говорю! Ай-яй-яй! О, красава! Что? Тушись! Вон озеро, прыгай! Давай, прыгай, Ванал, прыгай! Давай, подходи, ну что, Наташа, а давай! Дейдель, шмейгель, та-та! Ну вот сам посчитай, Ванал, сам посчитай. Давай. Не успел я прибежать в первую крепость, как за углом нашел вторую крепость и походу, то что именно вот собака попадает. Нифига себе, ты пукалками в меня стреляешь, так это даже не обычный огонь, а какие-то огненные шары. А вот и первая нужная ядрёдик. Плохо. То, что я не могу пользоваться щитом, когда у меня в руках эта палочка. Нормально, с двух тычек их убиваю. Опа! Еще одна палочка. Так и... Мужик, подожди! Подожди, стреляй! Ну такое себе заклинание слишком долго вас убивает. Так, стрелы нафиг выкладываю, они мне не нужны. Эндер-жемчуги забираем 100% вместо изумруда. И еще какая-то княженция. Ее мы... Клайп сдох от херы. Раз у меня есть новое заклинание, значит это заклинание 100% надо использовать и 100% его надо проверить, допустим, на тебе. Офигенно. Просто не работает! А нафига мне это заклинание, которое даже не используется? Вот я нажимаю... Оно даже не используется. Нафига бы вы мне тогда дали вот это, если я могу просто продолжать вот так вот вас убивать? Да хватит стрелять, с кого вы там стреляетесь, если меня там даже нет. Подождите, пожалуйста, 3 секунды. У меня такое странное ощущение, то что...
то что они даже не в меня стреляются, или все же... Ядрион, батон, я так... А я наступил нафиг на лампу! Плохо, плохо, плохо. Там еще даже мне плиты. А здесь у нас спектральные стрелы, лук, огненное кольцо, которое увеличивает урон огнем. Ну, на всякий случай заберем, потому что вдруг оно мне пригодится. И сила 2. Это тоже мне пригодится. Сумасшедший! А мне чисто интересно, что будет, если туда наступить? Только перед этим еще одно заклинание. Ядрен батон, что мне опять обратно возвращаться, что ли? Мне просто интересно, насколько сильно бомбанет. Ну так себе. Ну давайте, все умеют летать на метлах. Алло. Нет. Они, имейте в виду, летят они туда, куда вы смотрите. Поэтому давайте вот так вот. Вот так. Опа. Куда лететь? Я вижу у них, за мной, быстро, все за мной. На метле умеют летать. Кого они орут, если никакой гаст меня не видит? Плохо. Очень плохо. Подождите! Магическая бронька, это, конечно же, прекрасно. Никто с этим не спорит. Но ничего не может быть прекрасней фул алмазного сета брони. Готов свои палочки, недоволшебник. На всякий случай возьму вот это вот кольцо в левую руку, потому что я не знаю, как его надеть, но что самое главное, оно реально увеличивает мой урон с помощью огненных заклинаний. Подожди, мужик. Прям почти. Ну ладно. Он здесь, он под лестницу побежал, под лестницей проход. Да я умер! Да как? Дайте видеть! Бей его, банан! То есть... Мне мало хп! Вы реально сдох? Херы, ты сдох просто от лестницы! Подождите! Меня зажали в углу! Подождите, чайник, вот это ядрёт! Да, Спасибо, ядрёный батон какой! Знаете, раз ядрёт там колотить визеров просто топа-то-то! На него даже заклинание вот это вот и... Ты чё тут забыл?! И тебе на меня не надо, на меня топёт это! Банан сдох от визер-скелета. Опа, нифига себе. Опа, какая пукалка у тебя, этот самый, Клайпик, спасибо огромное! Господи, мать моя, мама, ты что плюешься? Ну ничего, я еще лучше заклинание выучу. И тебе точно капец. Херей, ты, о, какая тут метла. Херей, ты сдох? Я даже тебя не увидел, ты уже сдох. Ты реально думаешь, что ты сможешь что-то сделать? Господи, ты, мужик, ты что меня пугаешь? А сейчас попробуем вот это. Нормально оно так рубит на самом деле. А вот это я как-то пропустил, ну ладно. Обсидианчик ставим. Вот так и лишний не тратим. Вот сюда быстренько. Вот так, все, я уже забыл, как делается портал. И просто активируем. Так, но перед тем, как я туда зайду, делаем так. И фига себе у меня эндер-жемчуга сегодня и вот этих вот огненных стержней. Прям нормально. Вот что эта бронька магическая давала. Она увеличивала урон огнем. Ну, вот это красное, которое у меня было. Но зато алмазная намного больше брони мне дает. Так, сейчас самое главное, в какую сторону мне то... Я уже думал, я прокакал вот эти вот. Какую в ту сторону? Так, все понятно, это... Ты угораешь, первый глаз, который ты же еще... Вот это, пофукай мне здесь! Первый глаз, который я сегодня выбросил! Мы с тобой, походу, два мазилы. Ни ты не попадаешь, ни я не попадаю. А еще я, кстати, новое заклинание выучил.
Значит, бежим в ту сторону на папашке. Хорошее у меня сегодня заклинание и хорошее на папашке. Хорошие у меня сегодня вещи. Если я сегодня опять сдохну, подписчики мне, походу, это уже больше никогда простить не смогут. Опа-на. Так. Стой. Не взрывайся. Дай обратно. Утонул ядрен батон этот глаз. Обратно сюда всплывай. Так. А если бросаю здесь, то он летит прям под меня. Я уже не знаю, сколько этих глаз. Вот. Вот он здесь. Значит, я прям нахожусь над этой крепостью. Опачки-попочки у нас получается. Так, и как обычно, они сюда приходят для того, чтобы подскить скелетрон! Да что ж там, мужик, ты реально думаешь, да ты... Он реально думает, что мне и так, в принципе, офигеть, как просто сегодня играть. Они уже за километр узнали, хватит гореть, они уже за километр услышали то, что я здесь, потому что здесь уже все взорвало. Господи! Да вы с ума, что ли? Эти скелеты, я их просто ненавижу, честное слово. А где Клайм? Клайм, он около двери, чекайте. Я на их 5 проверяю. Тихо. Не вставайте, что-то. Да, он ждет нас. Он не ожидает того, то, что мы будем сразу здесь. Он будет думать то, что мы этот. То, что мы за решетками, да. Да. Мы взорвали... Да. Мы специально это взорвали, потому что это... Потому что как бы оно... Видишь, как получается? Я специально взорвал, чтобы у нас вот с баллоном была нычка тут. Да, конечно. Давай. Наташ, ты вообще так писишь, а? Давай. Здесь? Да вот Клайм, ты где? Клайм! Что ты, ё-моё, нет! Клайм, ты дурака сказать не мог! Ваш дружок, походу, уснул, ребятки. Он стоял и стенку магическую нюхал. Я попытался его разбудить, но нифига не получилось. Вот он, я видел! Он тут! Ты посмотри на него, чё? Ты посмотри, чё делает? Ты такой маг и недоделанный, фига. Хороший урочек у тебя, хере! Ай-яй-яй! Кто там у нас? Бей его, ребят! На, получай, я бегу! Нет, я не хочу умирать, нет! Придется, херет, придется! Спаси, пожалуйста! Ну давай, заходи, мы тебя ждем, давай! Давай, мы уже отхилились, все сделали, давай, ты попробуй напади! Ай-яй-яй, попал! Хороший урочек, да, у меня вот с этим вот заклинанием, да? И тебе на, Наташечка, разочек! И тебе на разочек! У меня, знаешь, тоже кое-что есть для тебя, оба! Подожди! О, у вас хил есть! Это что, жизни, что ли, восстановили? Да, он хилится от нашего эту! Я не могу хилиться об вашу, это же ваш хил, а не мой хил! Ты что сделал? А зачем ты лезешь? А зачем ты банана бедного убила? Да потому что он полез под меня, вон он! Нет. Давай, хедшотик. Кому я там хедшотик только что вот это? Ребятки, у вас все горит здесь, это плохо. Только портал мне не сожгите, пожалуйста. Да все, ну нафиг, я сваливаю отсюда. Вот так бы и сразу, так бы с самого начала. А то ишь ты чё... Да. Если ты реально просто сидела под порталами и думала то, что я тебя там не замечу, да? Такое выходи, давай выходи! Подожди ты со своим атаку! Господи, заклинание какое-то непонятное! Чадик! Да хватит уже! Фигусик, и вот это! Чадик, здрасте по-хорошему, я тебя прошу, ты единственный, кто у меня сейчас... Я мерч хочу, Эдуард! Расходи его, пожалуйста. Ну уж нет, сегодня ты не зайдешь, Мэтт, нет! Ты меня заколебал уже, хереидулик, честно тебе скажу, просто с... Нет, он в Мэдди, ребят, он в Мэдди! То есть можно снизу было туда пропрыгать, а я просто забыл то, что оно так работает. Так нафиг вот это все забирайте, где я появился, ядрен батон-то, а? Японский случай здесь много. У меня есть план Б, в принципе.
принципе, то, что я могу летать. И сегодня я не буду таким дурачком, который подлетит близко. Не надо меня стрелять, который подлетит близко к кристаллам и проиграет. Не-не-не-не-не. Шестая серия, я должен хотя бы один раз победить. Я ж не могу быть лузером в каждой серии. Так, уничтожаем. Подлетаем к последнему кристаллу. Там осталось еще. Вот ты подожди. Припаркуемся где-то вот. Ты потом подожди, не стреляй ты в меня. Я просто не могу попасть в эти кристаллы, которые прям... хорошо так спрятаны, я не хочу сдохнуть, у меня такое ощущение, или херейт этот, вент ко мне сюда пришел, не? Слезаем отсюда, главное не сдохнуть, просто вот уничтожаем, вот так вот. Забираемся немного повыше, чтобы кристалл меня не взорвал, и взрываем его. Посмотрите-ка на него, белый маг недоделанный. Авана Кедавра, я лечу за тобой! Я стреляю! Ты подожди, да нифига себе, ты посмотри, что творит! Ты посмотри, ты херай! Что? Ядрён, ты батон! Полетели! Я тебя умоляю, пожалуйста, будь! Я сбился! Вот тебе и Авада Кедавра. Только как я, чайник, Натаха и банан пришли сюда в Эндермир, получается, да? Мы сейчас отомстим за Херейда, и мы закончим его миссию. Давай, отомсти за Херейда и закончи его миссию, моя хорошая. Давай. Ты на меня, что ли, летит? Не-не-не-не-не. Такую ошибочку, как несколько серий назад, я не допущу. У меня же есть метла в этой серии. Давайте, ребята, тоже не забываем про метлу. Давай. Херей, ты сдох. Я не знаю, что ты там давакаешь. Во, кто по мне стреляет? Это я, мой хороший. Ну что, сразимся один на один? Ведьма недоделанная какой-то зеленой магией владеет, да? Давайте, главное, держитесь. Не дайте ему победить. Я сейчас, я уже близко, я скоро буду! Не-не-не, в смысле скоро? Я тебя только что запердухал, как этой метлой упро... подожди ты, как... Я не знаю, каким заклинанием лучше в него стрелять, кто... Ты мне помогаешь, что ли, Натаха? Чё ты в него стреляешь? Хорошие шансы на победу, да? У меня сегодня хрен, главное, вот ядрён потом... Нет, у меня никаких шансов! Три сердечка, папа, это папа, плохо! Давай, осталось примерно 15% жизни. Да он сейчас победит, давайте, дайте его. Давай, последний удар, и последний удар. Бейте его, Не, мои хорошие, все, чайник не выпендривать. Так, ядрёт ты поток. Ума, что ли, сошли? Я уже убил дракона, все, хватит выпендриваться! А ты сядь с метлы на землю, давай поговорим с тобой как мужики! Я сяду с метлы на землю, прям вот так, и пойду заберу весь опыт, который выпал с этого дракоши! Ой, ты посмотри, Херей, 60-й уровень у меня, да? Да, стой! Да, ты это... еще не победил, ты еще не призывал, ты еще ничего не прошел! Да! Не, я дракона убил. Все, что дальше, это твои выдумки, Херейт. Не, вообще-то считается, что прошел Майнкрафт тогда, когда прыгнул в портал. Ты в портал не прыгнул! Он опять начинает душнить. Вообще-то это условность убить дракона, на деле в портал надо прыгнуть. Первая победа за весь этот сезон. Я же говорил изначально то, что я хорошо магией владею. Самураи! А здесь пираты! Вдруг кто-то не видел предыдущие серии, вдруг кто-то их пропустил. Куда-то там тыкни, а то сейчас ролик закончится, а нам как бы дальше это... Победу праздновать над этими нубасосами надо. Нубасосы? Ага, на 6-ю серию только выиграл и выпендривается. Авада Кедавра!